Мурманск посетила рабочая группа проекта «Ментальное здоровье». Участники команды за два дня познакомятся с региональными практиками, проведут заседания и ряд семинаров для специалистов и представителей родительских объединений. Группа проекта «Ментальное здоровье» посетила Мурманск, чтобы дать старт программе «Сопровождение через всю жизнь». С делегацией из столицы встретилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Мурманская область выбрана пилотным регионом в рамках проекта «Ментальное здоровье». И мы не зря выбраны пилотным. Мы отличаемся тем, что практически одни из первых создали такие центры поддержки семей мобилизованных в свое время. Это особый подход к оказанию поддержки семьям участников СВО, мобилизованным, вернувшимся ребятам. Московские эксперты проведут семинары, практики и обучение с местными специалистами. На них расскажут о методиках и подходах при работе с детьми и взрослыми с расстройством аутистического спектра. У нас на сегодняшний день много чего сделано. Это, собственно, и в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере социальной защиты, спорт, опять же. Но очень важно именно наладить межведомственное взаимодействие, комплексный подход оказывать. Задача рабочей группы является сбор лучших практик в части аутизма, помощи людям, молодым взрослым и детям с РАС, а также их семьям для дальнейшего тиражирования в регионы Российской Федерации. Участники делегации надеются, что те учреждения, которые они посетят в рамках программы, станут опорными точками в реализации проекта, а итогом станет четкий алгоритм непрерывного сопровождения нуждающихся.